Всем привет, друзья! Еще осталось пару дней до Нового года. Сейчас проспал. Вчерашнего дня с рейса пришел. Как дня? Я вечером приехал. 5 часов 6, точно не помню. И отправляют только на Озерное. Туда 5 стыковые раньше не ходили. Ну и соответственно последний как-то крайне резко. Как-то так. В общем, сейчас ждем загрузки. Где-то нам ищут загрузку. Выезжаем до Братска. Так, то бишь 300 километров примерно по федеральной трассе. Вот сейчас пока площадочку чистим, до столовую пойдем. Время обед. Все, очистим. На прицепе меньше всего остается снег. Потому что это трясет его больше. Ну и вот, соответственно, полов нету. Все падает к низу. Его еще больше счет этой не будем метлой махать. Там уже как по месту приедем. Потому что если загрузимся, опять же, все нападает. По идее, все, фирма уже Новый год отмечает. Вчера только вот здесь на заправке 300 литров дали. Соляр этот на исходе. Вот в лесу, говорят, заправляйтесь. А там направление только одно оставили с одного места. Вот. Ну, как я и сказал. До этого, поэтому мы не поехали никуда. Сложная местность там. 6 спей бы было, по-любому бы кончал. А так там куча машин, делать там нечего. Я уже, какое сегодня число-то? Вот, 27 число. Ну все, сейчас вещи с хаты позабирали, поедем. Вот на этих тачках поедем. Ну, вдвоем, в смысле. Забраемся. 17:17. Все, выезжаем. До заправки нам так добро и не дали. Но 400 литров есть, если что, будем по трассе заправляться. Шмотиво вот все положили. Сейчас едем, грузимся на 80-й километр. Где-то 80 надо проехать. Я на том направлении еще не был. Ну, тоже восточное направление, только чуть-чуть в другую сторону, короче. Там мы налево уходили, сейчас прямо пойдем. Вот так. Ну, посмотрим, что там. Вот, получается, сюда мы налево уходили, а тут прямо. Это 12 километров, это гир. Вон тачка груженая, века. С дорожку спрашивают. Все, первые, пойдем. Тут узенькая дорога. Еще мужики тогда рассказывали, кто ездил. Я-то сюда не ездил ни разу. Да-да, говори. Сейчас оттеплело еще немного. Минус 30 градусов. Но после пить полтинника, то это прям, ну, вообще огонь погода. Жара, можно сказать. Не так уже ощущается, да? Тут чё-чё, но сильно уже так не погоняешь. Повороты закрыты, дорога неизвестна. С осторожностью едешь. Тут спуск какой есть. Сейчас все равно 30-ка. Должны зайти. Ну, а тут кто-то пасовал даже. Такая гористая местность. Спуск, подъем. Ну, не сказать, то, что большой. Вот этот самый такой, пока что большой подъемчик за 15 километров вот этой трассы. От того поворота, где века там, или ман стоял, что-то не помню. Вот в чем еще плюс этой дороги? Тут меньше машин ходит. То бишь, ну вообще мало. По восточке, вот, в которой мы ездим, там постоянный трафик машин. А здесь такого уже нету трафика. Получается, мы, считай, грубо говоря, одни едем. Там может одна-две машины, а может и вообще никого нет. Ну, вот с разъездами тут, конечно, блин, сложновато. А там еще раз заходим. Да, еще один. Идет пробуксовывает. Так, вот сюда нам подсказали дорожку направо. А, слышу. Там еще какие-то скамейки, говорят, и будут.
Куда-то мы приехали, фиг его знает. Куда попали, да? Ну, все верно, мы едем. 75 километров уже отъехали. Там дальше эти фишки грузят. КамАЗы, наверное, какие-нибудь, я так думаю. В самом деле сложный маршрут очень. Вот тоже две горки такие есть. Будем на цепях отсюда выбираться для безопасности, блин. И разъезды, получается, это тяжело с машинами расходиться. Тут, по идее, вообще на рации надо сидеть. В общем, маршрут знать хорошо. Такая вот прям лесная-лесная дорога. Тяжеленький. Вот пример дорожки. Не знаю. Как обычно, наверное, на камере ни хрена ничего не ощущается. Никаких подъемов. Спуск. То же самое. Ну, есть тут такой спуск. Вот как раз на этих перевалах, когда подниматься будем, может встать. Средний мост накинем, цепь. Должна пойти, по идее. Ну и грузить ногу, соответственно, мы не будем так ровно по стойке, потому что по федералке пойдем все-таки. Звучит до 80 километров, а вот такой вот дороги, сколько ты будешь ехать эти 80 километров по часам, да? Неизвестно. Там подъем впереди, тут перекачек. Вот, блин. Надо хоть чуть-чуть подразогнаться, чтобы на этом ходиком все ровно это все проходить. Так, считай, отплетирочку проходишь. Прицеп тяжелый у нас. Себя назад тянет. Хорошо оттягивает. Вот, делянка, 87 километров, то вот и Герман. Ура, походу приехали. Так, сейчас пойдем узнаем, что кого куда. Документы все с собой возьмем. Лес-то у нас легальный. Вон фишки стоят. Да, тут точно упадешь. Еще в тапочках еще, да? Фонарь направить. Ну и что, куда? К утру, наверное, загрузимся, да? Саня скажет, 80 километров, вы что? Как? Все. Сейчас назад вдам, колесо буду опять подкачивать переднее. Наверное, подспустило, думаю. Там уже по месту заменим. Ну, этот золотник или что там, как он называется. Ну, еще вот это вот крем сосет сам. Во-львовский еще оригинал, блин. Держи. Его что, держать надо, что? Ну бывает, вылетает, но. Вон получается. Сейчас куда? Вон где КамАЗ светится. Загоню. Чтоб попрямее стоять. Потому что грузиться хрен его знает когда. Че, она у тебя все перемерзла, да? Так, а что получается, там скамейка, да, и там скамейка грузится? Да. Вот так, короче, стал. Поперек мне места не хватит. Длинная сильно. Вот такой вот бардак сейчас в кабине. Вообще некуда ничего засунуть, что-нибудь достать надо, все перекладывается каждый раз. Сейчас хавали вообще заново, там все это перекладывалось отсюда туда, это сюда. Вот, собственно, на таком вот аппарате я монтирую ролики вам. Слабенький компьютер. Ну, дело свое делает. Вот как мне нравится эта дорога. Куда-то, говорит, слева надо телегу запихивать задом. Сейчас будем смотреть, блин, куда там что запихивать. Вот он и пятачок. Сейчас сюда будем телегу пихать. В принципе, нормально. Вот как-то так туда сейчас все запихаем.
Главное не торопиться в таких вещах. Вот. Идет потихоньку. Так. Хорош. Вперед. Передок отключали, чтобы полегче управлялось. Вот еще. Блин, техника, да? Все, собственно, вроде как загрузились. Будем отъезжать. Сейчас выбираемся отсюда. Где не встаем, мана ждем. Косогоры, пипец. Тяжело так идет. Эти дороги. Хоть и на цепях. Блин, фигово, тут карманов мало. Короче, тут пока встал, надо перекидки одеть, да дальше ехать, карман искать. Потому что с маном вдвоем поедем с Володей. Шли, блин, от одного, подшли к другому. Сейчас тут два спуска таких будет. Точнее, спуск, да, крутоластый. Он затяжной, с перевалами такими. А далее подъем пойдет. Вот его главное, чтобы не укатали, чтобы от бульдозера гусеничка оставалась. По ней идти. Потому что на передке цепи теперь нет. Их может прохватить вот на этой вот накате. А если по следу гусенички пойдешь, то нормально будет. Тут даже вот так идешь, блин, колесо, если или что-нибудь такое, блин, негде особо встать. Дорога, карманы не накатаны. Хрен его знает, груженый туда заезжать. Провалишься еще. Это, есть такой нюанс. Что можно провалиться и просто машину завалить. Вот. Ну, если лежневка не лежит, то там, скорее всего, жестко. Вот, собственно, карман, да? А это карман в подъеме. Тут можно встретиться, как бы, если сзади меня груженый пойдет, то разъезда не будет. Как бы сюда вставать уже не вариант. Надо дальше ехать. Да и у меня машина длинная, я тут не помещусь, у меня прицеп будет на дороге стоять. Еще так идешь, все в аккурате, прям проходишь там, допустим, прицеп там рядом с сосной, там, ну вот так вот, вот с березой. Все так расходится, можно сказать, в миллиметражах. Конечно, там не миллиметражи, это воображение так. Глюк зрения, так скажем. Ну, так природа вообще красиво смотрится. Как бы по восточке едешь особо. Такого нету в делянах в основном. Ну, это можно и сказать делянам, блин, ё-моё. 80 километров протяженностью, ё-моё. Ну, вот, просто не вижу конца спуска. Камера, как обычно, наверное, ни хрена не отражает. Ну, потому что ландшафт прямой, как бы наклон-то как ощутиться, да, по идее. А он тут есть. Толкает. Держишь ты или нет, а прыгать будешь, тебя твой прицел.
локация поопаснее. Это как вот на северах это делают, подложки под колеса подставляют. Ну, кто знает, тот знает. Спускаются с перевала. А сейчас, соответственно, такой же подъем. Идем мы у него на второй передаче. Свеча ужасная. Так, наверное, видно. Так, выбираем сразу свечок вправо. На рулю вкручиваем. Люди вот таких домиках живут на вончиках. Сюда вот, наверное, прицеп запихаем. Да, это, спать будем ждать. Ну, все, вот здесь ожидать и будем. Никому не мешаем. Лес он вообще маленький. Мелочь. Покойники его закидали. Нельзя по федералку с шапками. Да и вообще нельзя. Кстати, вон колесо напарника бахнуло. Просто минус 20-30 тысяч. Ну, чтобы понимали, 20-30 стоит такой баллон. Ну вот, время 7 часа. Если сиди. Подъехал Володя. Сейчас поедем. Далее. Он уже вперед пошел. Кто-то наюзил вон прицепом такие полосы. Вот долгое движение на цепях. Что с резиной зимней делает? Она разрывает ее всю. Что я хотел? 40 проехал, да, на ней. На мягкое портит вообще протектор. Съедает ее. Сейчас они не нужны уже. Перекидывать иначе. Перевальчики тут есть. Сейчас опустим еще разгон. Актели. Петровки. Такие небольшие есть. Подлетики. Но это фигня. Чем еще вот это направление опасно, так тем то, что вот сейчас мороз, допустим, стоит, а машина неизвестно, когда пойдет следующая. Ну, то есть, что ты тут делать будешь? По нашей усточке хоть они почаще, ну, часто ходят, часто, а тут как бы неизвестно, блин, когда она пойдет, там, сегодня или завтра, ну, или там через 10 часов, вот как-то так. Вся дорога такая. Косогор, поворот, подъем, спуск, короче, вот вся вот, все 60 километров под наклоном, всякое разное, короче. Ну хорошо, хоть это ям сильно нет. Как бы зимничек ровненький, только то, что узкий. Так, все, вот какой-то мостик. Что-то я вообще не помню, как проехал этот мостик. Ну, стоит, соответственно, это быстрее идешь. Вот и потихонечку. Все, ман встал у нас. Чуть-чуть, говорит, передачу затянул. А на тебе че тормоза хреновые, сейчас сыпать пойдем. Вот так бывает. Ну
назад чуть-чуть дает. Сейчас пробуем снега подкинуть. Давай, давай. Давай. Ерма, где-то еще километров 15 осталось. И мы выбрались с этого злополучного места. Сожрало соляры на этой местности. Вон, скажем, 171 литр на сотку. Это жесть. А что, трещотку саму, да, проворачивать или что? Ну, блядь, там уже колодок. Колодки уже, блядь. Ну, понял. Что тут, пило очень, да? Пило очень, да. Ну, тебя до 12 атмосфер, да, качает. Блин, что тут еще-то интересного есть в Умане. В принципе, все так же, блин. Вот это только штука удобная, с блокировки. Мне на кнопках, говорю, непривычно, то что блокировки включаются, а тут это. Вот такая вот тема. Все, поедем. Да, криптовый. Там заправка нас будет ожидать.